Здравствуйте, это «Парадокс» с Игорем Виттелем. В эфире Игорь Виттель, как вы уже догадались. И я сегодня, подобно бывшему мэру Махачкалы, собираюсь совершить попытку самоубийства, хотя он это и отрицает, пригласив... прошу не считать это пропагандой самоубийства, просто пригласить в студию двух таких гостей одновременно. Это, в общем-то, медийное самоубийство. Я считаю, почему? Михаил Дымшиц у меня в студии, генеральный директор консультационной компании «Дымшиц и партнеры» и директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Да не, на самом деле, Михаил, по-моему, все гораздо проще. Это Михаил Делягин. Он просто решил сегодня загадать желание. Да, я решил. Да, и много. Действительно. Но вы сидите напротив меня, поэтому я как-то условно буду загадывать желание. А говорить мы сегодня будем о следующем. О последних экономических и политических тенденциях, кстати, из которых вот для Михаила Дымшица, насколько я понимаю, отдельно выделяется новый съезд, наверное, Общероссийского народного фронта, да, который называется «Народный фронт за Россию», который выпустил свою программу, после чего Михаил... Манифест. Манифест, да, манифест, как коммунистическая партия. Да. После чего вот у Михаила реакция случилась абсолютно неадекватная. Михаил бегал по всем соцсетям и кричал: «Фашизм не пройдет», после чего я позвал Михаила в студию. Ну и дабы уравновесить темперамент Михаила более спокойным, а Михаилом Делягином ни один из фильмов... Как редко да приходится слышать свой адрес более спокойным. Более спокойным, да. Но, тем не менее, все наши эфиры с Михаилом Делягином, как вы знаете, вызывают очень бурное возмущение у Ширнормас, причем со всех сторон. Итак, господин Дымшиц, чем же вас так испугала программа, он же манифест Народного фронта? Ну, меня он не... Ну, напугал он ровно тем, что, в принципе, люди в открытую публикуют документ фашистской организации, хорошо, ну, если не фашистской, то хотя как минимум хуйвыбинской. Угу. Вот. А нет, давайте сразу вот с терминами разбираться. Мне последние дни очень приходится. Что вы называете фашизмом? Возмутила фраза, что мы должны создать здоровую нацию. Нет. Давайте так, нужно понимать о том, что, безусловно, фашизм, он не строится на одной фразе, это некая система взглядов. Да, которая, то есть, при том, что каждое из этих элементов, оно свойственно не только фашизму, но вот в таком наборе, как вот это все вместе, да, то есть, это уже там близко к фашизму, да. Mm-hmm. Вот, и если идти уже вот так по признакам, да, так сказать, то, безусловно, первый основной, такой, не первый, первый признак это вождизм, да, в документе это впрямую постулируется о том, что нужно объединиться вокруг стратегии, которую предлагает президент России Владимир Путин. Ну? Вот, ну, то есть вождизм уже есть, да, понятно? Нет, не вижу. Ну как нет? Формальных признаков вождизма не вижу. На Кремлёвом поле в 2000 там, забытом году висел лозунг «План Путина. Победа России». Нет, давайте, подождите, это еще раз. Вот давайте так. Фашизм – это система, это система взглядов. Каковы квалификационные признаки фашизма? Да, квалификационные. Вот вождизм является одним из квалификационных признаков фашизма. И, собственно говоря, как в документе, так и в последующих выступлениях, там вот дама есть такая активная, она там на «Дожде» выступала, ну, типа того, что если не любишь Путина, ну, ты не наш. Да, то есть она в открытую декларирует вождизм. Так, при чем тут дама, выступающая на «Дожде»? Она в тройку входит. Я не помню ее, Трофимова, по-моему. В тройку лидирует, ну, входит. У них же тройки, там, они очень хвастаются. Это первым. Вторым моментом, который достаточно интересным... В Европейском Союзе тоже есть тройка, которая гораздо страшнее сталинских троек. Вот, так сам... что вас так тройки пугают? Вот, значит, если... Дальше есть еще некоторые нюансы, связанные с тем, как они... Ну, понятно о том, что документ откровенно построен на признаках этатизма, да, о том, что государство – это наше все. Но если там вспомнить Конституцию, в третьей главе написано о том, что в стране вся власть принадлежит народу, и там дальше некоторые. Но здесь есть такой пассаж очень интересный в их документе. Это выстроить эффективное сотрудничество между властью и обществом. Ну, тоже да? чистый фашизм. Господа, здесь нужно понимать, что здесь абсолютно открыто признается, что нынешняя власть не представляет народ. То есть в данном случае о том, что власть узурпирована некоторой группой. Нет. Эффективное взаимодействие. Неэффективное взаимодействие и узурпация абсолютно разные вещи. Абсолютно. Потому что сейчас неэффективное взаимодействие в студии явно, но при этом никаких признаков узурпации я пока не наблюдаю. То есть, если я сейчас вам начну затыкать всем глотки, то это будет узурпация. Тогда я присоединюсь к Михаилу. Господа, здесь, понимаете, в чем дело? Здесь же объявляется именно вот не сотрудничество между, там, условно говоря, чиновниками, а именно властью. То есть власть в этом документе представляет собой некого самостоятельного субъекта, что, в общем-то, официальный... Безусловно.
господа, официальной вот системы по Конституции это не предусматривается такая конструкция. Михаил, а давайте юридически говорить. Да, вот да, вы юрист, да. Я не юрист. Я не поэтому юрист, давайте поговорим юрист, на вашем юрист, языке, да. А не на языке плаката. Он маркетолог. Каковы квалификационные признаки фашизма? Раз, два, три. И вот у вас есть текст, давайте их найдем. Давайте, значит, вождизм, этатизм, корпоративизм, да, там все слова такие наизмы, да, заканчиваются. Mm-hmm. Вот, ориентация, это консерватизм, при том, что такой не консерватизм, а традиционализм. Mm-hmm. Отлично, Миш, можно я перебью на этом? А Турция является фашистским государством? Я пока, например, вот насчитал все пять признаков прекрасного турецкого государства, например. Нет, но в данном случае... Ну да, первое, что мне приходит... Соединённые Штаты Америки, нет, кстати. Нет, Соединённые Штаты Америки нет, а... Почему? Нет, значит, действительно, Турция, собственно говоря, ее не называли, она действительно, то есть, если... Вот давайте, особенно вот, когда советские люди советского воспитания, то у нас идет постоянная путаница между фашизмом и нацизмом. Угу. Да, вот. Так вот, безусловно, знаете, Турция является... слова имеют значение. Да, так вот, в данном случае, там, допустим, Турция, она, безусловно, большую часть своей истории, да, там, до... Я имею в виду современную Турцию, Турцию Эрдогана. Ну... Вот это движение в ту же самую сторону, но, допустим, то, что делал Ататюрк, то, что делал Франко в Испании, то, что делал Муссолини в Италии, это все действительно, все эти режимы, которые обладали все одинаковыми признаками, они все, безусловно, в этом смысле, ну, вот, итальянский фашизм, да, так сказать, они в этом смысле... Я задал прямой вопрос. Значит, на сегодняшний день... Что? Для Михаила Сталин фашизм это фашизм? Однозначно. А, да, конечно. Вот. Значит, ага. И, соответственно, ну, то есть, там, знаете, когда... То есть, наши родители не перебив... это фашисты, я правильно понимаю? Нет, давайте так, о том, что с... Но они жили в фашистском государстве, не протестовали. Михаил, одну секунду, дайте договорить Дымшицу, потом мы посмеем. Давайте так, о том, что, если вы так уже хотите про сталинизм, то да, я могу сказать о том, что считать о том, что национальный геноцид чем-то принципиально хуже социального, что практиковалось в большевистской России сплошь и рядом, Михаил, то это, знаете, подмен... Ну, для меня Михаил, это одно из... Вы считаете, что ваши родители фашисты? Которые жили в фашистском государстве, они жили не фашистском протестовали. Они в фашистском и не протестовали. Значит, Михаил, одну секунду. Да, я хочу услышать ответ на свой вопрос. Современная Турция, которая отвечает всем пяти вот этим признакам. Нет, она не отвечает на сегодняшний день. То есть она какому из этих признаков не отвечает Эргода, значит, за время правления Эргодана Турция опять Эргодана, стала, стала скатываться в том же самом направлении. Угу. Да, вот безусловно. В этом абсолютно правильно. Более того, сами по себе вот эти режимы, которые вот так ориентированы, они очень часто. Опять же, мы часто не называли это там, ну, чисто по историческим причинам. То есть вы назвали вот пять признаков, да, это фашизм. Хорошо. Михаил, господин Делягин. Понимаете, мне сложно говорить на эту тему, потому что я в свое время начал защищать право граждан на самооборону, и за что меня немедленно назвали фашистом. Точнее, создателем фашистской организации. И когда я подал в российский суд, то этот суд я проиграл. Потому что выяснилось, что право граждан на самооборону – это, в общем-то, действительно фашизм, по официальной позиции. И, б, обвинение в фашизме в нашей стране – ничего страшного. У нас у значительной части нашей, так сказать, уважаемой интеллигенции, действительно уважаемой, возникла привычка все, что им не нравится, назвать фашизмом. Вот мне не нравится человек, который призывает вступать в общество охотников. Он фашизм, фашист, потому что он мне не нравится. Другому человеку не нравится Чубайс, потому что последствия реформ либеральных в России социально-экономически вполне сопоставимы с последствиями нападения Гитлера. Вот я с вами абсолютно согласен. Отлично, значит, товарищ Чубайс фашист. Ну, в определенном смысле слова, да. Понимаете, есть слово научное. Да? И по науке, я думаю, если мы здесь посадим пятерых профессоров, которые будут обсуждать научное значение этого слова, то они подерутся. Но есть значение слова бытовое, повседневное. И вот здесь я с Михаилом полностью согласен. В научной практике слова фашизм и нацизм разные имеют значение. Потому что Муссолини, например, не уверен, что он нацист, то явно он фашист. А вот... А Франко, кстати... А вот Франко... Я вообще как бы свалить в одну бочку Франко точно фашист и совершенно, по-моему, не нацист. Да. Да. Вот. Аналогично можно обзывать, скажем, Перона фашистом, по крайней мере, по политическим симпатиям. И то, я думаю, с очень большим, так сказать, натяжкой. По симпатиям. Но явно не нацист. Да? А Пиночет? Ну, советская пропаганда нам вбила в голову, что он фашист. Но говорит, что Пиночет построил национальный социализм в стране, в которой социальная защита была уничтожена полностью. Это нелепость. Так вот,
У нас есть пример фашизма, это те, кто на нас напал в 41-м году. Я не уверен, что господин Путин нападал на нас в 41-м году и попадает под бытовое понимание фашизма. Нет, он в другое время на нас напал. Ну, безусловно, но тем не менее, все-таки, когда Гарри Кимович Каспаров, первым из нашей российской интеллигенции, сравнил его с Гитлером впрямую, ну, мне показалось это передержкой. Может быть, я не прав. Может быть, я здесь путиноид, и дорога мне в Объединенный Народный фронт. Но я, знаете, читал когда-то «Приключения Брауна Салтышвейка», и там было очень четко сказано, давайте не будем судить воров за дезертирство, а дезертиров за воровство. Вот не всякий бандит и жулик является фашистом просто потому, что он нам не нравится. Ну, вот на самом деле я с вами абсолютно согласен, учитывая, что, вот, например, Михаил еще смутил, насколько я понимаю, фраза про здоровую нацию. Нет, это просто... Понимаете, вот это после выпуска тема. Новостей, сейчас мы поговорим про здоровую нацию, после выпуска новостей ровно через минуту. Ну что ж, вернемся в студию, это «Парадокс» с Игорем Виттелем, где Михаил Дымшиц и Михаил Делягин бьются. Еще одна фраза. Понимаете, у нас после войны сажали людей в лагеря за то, что они восхищались фашистской Германией. Говорили, а у них крестьяне живут в каменных домах. В лагерь. А у них хорошие дороги. В лагерь. Угу. Восхищение фашизмом. Да? И у нас сейчас, у нашей замечательной либеральной интеллигенции, начинает проявляться то же самое. Вы признаете, что у фашистской Германии было какое-то достижение? В лагерь. Вы признаете, что у них были социальные достижения? В лагерь. Вы пока либеральная интеллигенция никого не сажает. Нет, ну не сажать, но просто они не у власти, потому что. Вы готовы признать... Вы готовы признать, что здоровая нация – это хорошо? Дальше по тексту. Я готов признать, что здоровая нация – это хорошо. Самое распространенное, а словосочетание к словам «русский» лет 5 назад было «русский фашист». Любой человек, который говорил, что Россия – это хорошо, немедленно получал в пятак соответствующий ярлык. И с ним ходили. Михаил Геннадьевич, у меня тоже... Знаете, три кашляющих человека в студии спорят о том, хорошо ли здоровая нация или нет. У меня сейчас... Здесь же я вот... собственно говоря, почему я прицепился к этому моменту, да, и почему, собственно говоря, само по себе... Я для радиослушателей напомню, что мы спорим о программе, точнее, о манифесте Народного фронта и о экономических программах государства. Это самое здоровое... Здоровье людей – это, безусловно, там, основная ценность. Да? Но здесь, собственно говоря, нужно понимать, что ни одна политическая сеть власть, ну и там идеология, не говорит о том, что здоровье людей это что-то неважное. Более того, если вы посмотрите эти ценности, которые провозглашают практически любое политическое движение, они вообще-то не различаются. Угу. Да? То есть вот на ценностном уровне они практически неразличимы. А различается уже, собственно говоря, о том, ну, что, как они представляют, о ком они хотят, над кем они хотят властвовать, да, и как они это описывают. Так вот, когда говорят о... мы обязаны обеспечить сбережение российского народа и сформировать здоровую нацию, то получается вот в этому тексту о том, что вот эти люди будут формировать здоровую нацию. Господа, то есть мы, это... Мы, российский народ, нет, должны здесь, сформировать это здоровую... государство. Нет, нет, это нет. Обязанность государства. Михаил... Не здоровую нацию. Господа, давайте так. О Кстати, том, что государство, государство должно... Не, государство, не, по, руками по микрофону не государство, стучите. Государство пошире. Должно заботиться о гражданах. А не о нации. Вы поймите, это принципиальная политическая разница между тем, чтобы заботиться о конкретном человеке, или о нации, которая вообще-то, по большому счету, с определением, что является нацией, а что не является нацией. К формулировкам придираетесь. Да, я придираюсь к формулировкам. Нам нужно возражение. Много говорил о семье. Вот семья. Я понимаю, что нация – это плохо, отдельно взятый индивид – это хорошо. А вот семья – это как? Гитлер очень много говорил о семье. Всякий, кто заботится о семье, тоже фашист, потому что он против гомосексуалистов. Нет, давайте так. Ну, гомосексуалисты считают, что у них тоже семьи, да, вот, и так что не будем сейчас вываливаться. Более того, если уж говорить вот так, если цепляться к тому, что здесь написано... Нет, вы цепляетесь. Давайте я как раз буду цепляться там, допустим, если о семье. Написано, на основе традиционных общих ценностей при бережном сохранении культурной идентичности всех народов России. И если вспомнить о семейных нормах, то, извините, 15% населения страны, для них культурная норма, для них культурная норма многоженство. Значит так, да, давайте не будем путать домашний ислам с исламом древним или современным экстремистским. Я думаю, что если я сейчас приду к своим татарским знакомым и начну им, и башкирским,
очень, кстати, и некоторым знакомым со Среднего Кавказа, и начну объяснять им, что их культурная норма – это многоженство, то мне, так сказать, глава семейства сначала набьет морду, а потом то, что останется, отрежет, отдаст своей жене на окончательное расцарапывание. На бешбармак. Да. У меня так другой вопрос. Слушайте, юноши, прекратите спорить. А у нас же есть определенная, наверное, общая позиция, относительно общая, по поводу экономических устремлений как Народного фронта, так и товарища Путина. Вспомним недавнее бюджетное послание, в котором, между прочим, глава страны впервые публично признает, что существующая политика экономическая не работает. И мне вот интересно, как собирается Народный фронт бороться с этим, да? Как собираются они вылезать из той экономической ямы, в которую Россия попала или падает? Ну, в общем, каждый тут считает по-разному. Ну, да. Но, тем не менее, экономически, Михаил Геннадьевич, прошу вас, товарищ Демидов. Ну, вы знаете, я честно скажу, что вот, как бы сказать, помягче. Не могу сказать на глупости заведомо, да? Но вот на вещи, которым заведомо не суждено быть реализованными, на заведомую пропаганду, я время свое не трачу. Поэтому какие глупости или правильные слова написаны в заведомо пропагандистских бумажках? Как-то программа «Единой России», программа Объединенного Народного фронта, бюджетное послание президента Российской Федерации, которое произносится до подготовки бюджета, господа. Даже до подготовки социально-экономического прогноза на следующий год. Там, между прочим, в 3 месяца поручено сформировать бюджетную политику на ближайшие 30 лет. Вот это вот серьезная заявка на медаль. Да, когда люди не знают, что будет через 2 месяца, признают это вполне официально. Ну, простите, пожалуйста, как бы можно издеваться над людьми, можно над ними стебаться, можно не тратить на это время. На самом деле, я хочу... Вот я все время был против Михаила, но он меня убедил в одной вещи. Есть сходство стилистическое, которое очень, кстати, четко разделяет фашизм и сталинизм. Или коммунизм, кому как угодно. Потому что при фашизме одна из технологий социальных фашизма, которые они, собственно, и открыли, первыми применили, это массовые сборища людей, которые утрачивают контроль за собой, в пароксизме любви к вождю. У нас пароксизм любви к вождю и замешан на страхе тоже был. Но у нас, если сравнивать речи наших руководителей с немецкими, у наших всегда была мысль, всегда была практика, когда Канович 6 часов подряд выступал перед специалистами, специалисты не спали не потому, что им было страшно, а потому, что он говорил важные для них вещи на их собственном языке специалистов. То есть он разговаривал с ними как инженер с инженером. Сколько он эту речь готовил, неизвестно, но тем не менее. И у Сталина, кстати говоря, в его выступлениях программных всегда была очень подробная мысль и логические цепочки. Так вот, в отличие от эмоциональных фашистских так речей. Вот, да. Так вот, моя хорошая знакомая, она, правда, я не буду называть кто, потому что она сейчас на 5-м месяце, это личная информация. Она испугалась, посмотрев трансляцию, она просто испугалась за здоровье своего будущего ребенка, ну, за свое тоже. Она испытала шок, потому что крупным планом камера показывает вытаращенные глаза людей, которые абсолютно себя не контролируют, которые заходятся в крики «Путин, Путин!». И вот это отсутствие полного контроля, да, вот если брать формальные квалификационные признаки фашизма, ну, господа, я не согласен. Вот просто давайте не будем судить уголовников за измену Родине. Но когда мы видим вот эту вот эстетику, первый раз, кстати... Экстатику. Потому что когда Путин провозглашал «Кто не с нами, тот против нас», там была все-таки немножко другая толпа на этом стадионе. Хоть немножко другая. А вот то, что... Может быть, там... Здесь тоже было все по-другому. Но то, что было показано крупным планом по официальному телевидению, что очень важно, не какой-нибудь там дождь диссидентский прокрался с камеры. Нет. Или там какие-нибудь коммунистические интернет-телевидения. Нет. Официальный телеканал показывает там официальную картинку, которая отражает официальное восприятие государством. Что вот это вот... Утрата самоконтроля и в определенной степени напоминающая утрату человеческого облика при виде вождя – это хорошо. Знаете, вот это начало с темы вождизма. Да, это не просто вождизм.
Бывает. Мы все уважаем своих руководителей. Если это руководителей или лидеров, это одно, а вождизм это все-таки есть нюанс. Вот, нет, ну согласитесь, что когда лидера одного из наших либеральных партий в узком кругу зовут Дуче, это не основание считать его фашистом. Согласитесь. Ну да. Но не фашист этот человек. Но основанием всех считать большими балбесами. Это да. Но он не фашист. Но лидеры, члены его партии на него вот остекленевшими глазами вытаращены, не смотрят. И когда беременные женщины смотрят по телевизору там заседание, раньше смотрели трансляцию съездов его партии, то они не боялись за свое психическое здоровье. Они не боялись, что ужас, который они испытали, как-то там ребенку передастся. А сейчас это случилось. Ну, не знаю. В общем, мои родители на Брежнева, видимо, смотрели, когда меня зачали. И ничего. Брежнев был совершенно другая стилистика. И потом Брежнев до 77-го года был вполне здравым. Я все-таки... Ну, я родился задолго до 77-го года, к сожалению. Я все-таки хочу вернуться к тому, что они пытаются заявить. Что здесь написано про экономику? Да, вот что про экономику? В двух листочках бумаги. Ну, они написаны о том, что... Они, кстати, это вся вот программа Народного фронта. Да. Но это манифест. Ну, какой у них манифест? Программа. Что а у них нету программы. На самом деле, там это достаточно интересно. Нет, если в программе написано, типа, давай приватизируем или, наоборот, национализируем завоевание революции, да, это уже экономическая программа, это стоит пообсуждать. Не, ну у них в этом смысле... Это слишком умные, такие слов не знают. То есть они хотят солидарное общество, гарантировать экономическую свободу и социальную справедливость. Понятно, одно и с другим ну, не дружит по определению, да? Ну, почему? Ну, потому что... Потому что социальная справедливость с солидарным обществом дружит. Да, вот. Значит, еще раз. Социальная справедливость с солидарным обществом дружит. Да, но да, я говорил про экономическую свободу. Если брать с экономическую свободу, то при сталинском режиме, который вы считаете фашистским, а я нет, 6% промышленного производства в 1938 году, в разгар большого террора, давало то, что мы сейчас называем малым бизнесом. Как бы не больше, чем сейчас. Да. А вот на самом деле вполне стоит поговорить еще не только о стилистических разногласиях, да, о том, что, например, в ряде стран фашизм демонстрировал вполне себе одно время, на достаточно коротком промежутке, работоспособную экономическую модель. Давайте о том, что значит, что такое работоспособная экономическая модель вот в тех или иных фашистских странах, или там, допустим, как проводилась индустриализация в СССР, о том, что эти все системы, они заимствуют то, что руководители этих государств сейчас считают эффективным. В итоге они это дело акцептируют к себе, и через 20-30 лет эта система оказывается абсолютно неэффективной, что мы и видели в Советском Союзе. Прежде чем мы уйдем на выпуск новостей, одну секунду, я просто, чтобы Делягина не перебивать уже, короткий вопрос. Вы Пиночета фашистом считаете? Не, ну он авторитарный, но он не фашист. Он не фашист. О, как интересно. Он не фашист в этом смысле. Потому что он либерал, он не строил социальное общество, он никому не обещал. То есть фашизм — это социальная справедливость. После выпуска новостей, если вы не возражаете. Ну что, возвращаемся в студию, где у меня дерутся Михаил Дымшиц и Михаил Делягин, а я Игорь Виттель. Мы практически единомышленники. Единственное, вот очень важная вещь. Про различия экономических моделей. Угу. Не знаю, как там было в Парагвае, но у Гитлера есть чудесная книга «Народное государство Гитлера», причем написана немецким арабом. Угу. Прошли уже поколения, и стало возможным смотреть со стороны. Немцы так на себя не могут смотреть до сих пор. Угу. И он показал очень ярко, что социальная справедливость, которую обеспечивал Гитлер, ведь уровень жизни рос до 44-го года включительно, она, и вообще экономика в целом, существовало только за счет беспощадного ограбления всех захваченных. Естественно, колоний. То есть, в этом отношении разницы между Британской империей, условно говоря, и никакой. И товарищем Гитлером никакой. Не было, потому что нужно было грабить и высасывать соки. А в Советском Союзе, который был совершенно не сахар, и где индустриализация проводилась жесточайшим образом, так что Сталин об этом говорил потом Гариману чуть не со слезами на глазах. Но, тем не менее, то, что мы привыкли считать, колониями, развивалось ускоренными темпами. И Средняя Азия в 70-е годы жила значительно лучше России. Но вообще Средняя Азия никогда не жила значительно лучше можно России. Можно на шаг здесь назад? Точно, Михаил, точно не так. Господин Дымшиц, не могли ли вы мне... Я чувствую уже передачу «Что, где, когда». Да. Господин Дымшиц, не могли ли вы мне объяснить, почему Пиночет не является фашистом? Потому что, собственно говоря... Вы назвали пять признаков, которые принадлежат Пиночету. Пиночет... Или при Пиночете. Там не было этатизма, там не было о том, что государство заботится о всех.
И, собственно говоря, вот это достаточно серьезный квалификационный признак фашизма, да, ты сказать, у Пиночета его не было. А Пиночет, этатизм... уничтоживший всю оппозицию, физически уничтоживший. Это нормально. Подождите, это либерализм. Подождите, стоп. Господа, давайте так. Здесь вот опять же мы начинаем сваливаться в некоторые терминологические вещи. Режим Пиночета был авторитарным, да, ты сказать, и ну, террористическим в этом смысле относительно оппозиции. То есть он не был, это не было демократией, да, безусловно, это не было демократией. Да, вот. Но это была военная диктатура, да, так сказать, в рамках которой все, но это не было вот фашизм с точки зрения терминологии. Понимаете, что дело? У нас как... А может быть, мы насилие еще введем вот в ваш признак фашизма? Но, извините меня, если Италия, это все Италия, осуществляется смотрите, не насильственным путем. В Италии насилие было мизерное. То есть там Опаньки. До немецкой оккупации. Нет, до немецкой там была психологическая прессовка. Нет, психологическая прессовка была, да? А это насилие. Нет, извините, вносим физическое насилие. Тоже было. Значит, в Испании, собственно говоря, там была, понятно, гражданская война, да, так сказать. Но вот Италия, вот в этом смысле Италия самый такой понятный пример вот именно фашизма, чисто терминологического, да. Все граждане итальянцы, да, то есть это, ну, Муссолини не давал вывозить евреев до немецкой оккупации, когда высадились союзники, да, то есть до 44 года там не было преследования. Там было, да, там была политическая Давайте диктатура. Давайте тогда еще введем в это отношение к евреям. Это признак. Вот, это самое, вообще, то есть там не было национализма по национальному признаку, да, то есть там был национализм, ну, вот, Подождите. Новейшего времени государственного. То есть если нет национализма, то это фашизм? Если нет преследования по национальному признаку, нет, если нет разделения по национальному признаку, если говорят, нет, что нет, все граждане господа, американцы, все граждане итальянцы, так, нет ни эллина, ни иудея. Вот вы не пытайтесь уцепиться за какой-то критерий, который я говорю, сказать о том, что только он один является признаком фашизма. Фашизм — это система взглядов, каждая из которых по отдельности присутствует во многих вещах. Тот же этатизм, он, допустим, практически сквозняком во всех социал-демократических режимах, да, так сказать, но там... Ну, социал-демократический режим Швеции, вот, например. Да, режим Швеции, мы же не можем круто назвать, сказано. Там есть это самое. Соответственно, фашизм — это набор признаков, понимаете, набор так, признаков. Так. Да, так сказать. И из-за этого здесь... Но вот если просто... Пиночет опустил свой народ в нищету, то по факту презрения к своему народу господин Пиночет фашистом не является. Правильно я понимаю? Ну, понимаете, в чем дело? Ну, вообще-то в нищету они попали при Альенде. Здрасте. Вот, а не при Пиночете. Социальная, да. Социальная помощь вот, была уничтожена именно при Пиночете. Но более того, ну, да, понятно о том, что она была уничтожена, потому что, ну, вот, собственно говоря, экономику-то разрушила Альенде, а потом... Так, серьезно? А теперь вы подтасовываете. Не экономика. Во-первых, экономика была разрушена забастовками, которые были организованы нашими американскими друзьями в значительной степени. Ну, конечно. То есть... Это история. То, что Альенде поганый экономист, никто не спорит, как и большинство социал-демократов. Но вы сказали замечательную вещь. Вот я просто хочу ее зафиксировать. Что если господин Пиночет, да, презирает свой народ, уничтожает социально, уничтожает, опускать людей в нищету, значит презирать их. Они в нищете оказались до прихода его власти. Неправда. Неправда. Абсолютная неправда. Михаил, меньше слушайте эхо Москвы. Вы можете, конечно, говорить о том, что забастовки организовали американцы. Конечно. Конечно, да. Подождите. Самую позицию, как сейчас, о том, что как только на улице Москвы или какого-то другого города, или там три доктора где-то скажут о том, что, ребята, где наши деньги, все тут же начинают рассказывать о том, что это влияние американцев. ЦРУ вполне открыто заявляло, что они ставят уничтожение режима Альенде своей целью. Это советская пропаганда, Игорь. Этого не было. То есть, если открыто... ЦРУ не могло сказать ничего плохого. Еще никогда. Раз. Значит, о том, что интересы могли быть, но для основания, для того, чтобы была всеобщая забастовка, должны быть основания. Так вот эти основания создал Альенде без посторонней помощи. Не без посторонней и не без внешней. Внутри были силы, которые ненавидели Альенде, ненавидели социализм. И устраивали забастовки. Социализм нарушает базовые права собственности. Да? Почему вы хотите, чтобы они... Почему? Чтобы их кто-то... То есть, значит, базовые права собственности с уничтоженной частью страны огромной при Пиночете, это не фашизм. Давайте, Альенде начал, давайте так, о том, что он начал уничтожать и разрушать страну. А о том, что дальше... Он людей не убивал. Господин Пиночет уничтожил социальную систему защиты. Давайте вы перестаньте кричать все вместе. Я же не рассказываю о том, что Пиночет был ангел во плоти. Я признаю, что он был военный, жесткий диктатор. Потому что он уничтожал людей. Микрофон ближе к рту, потому что... Пиночет жесткий военный диктатор. Вы говорите, что Пиночет не фашист, потому что он уничтожал людей социальными способами. А Путин не уничтожает людей. Так кто он с Путин? Подождите, в данном случае Путин проводит... Путин осуществляет уничтожение социальной сферы.
угу. последовательно, целенаправленно, совершенно откровенно. Сейчас мы, загоним Дымшица в ловушку. Не фашист. Более того, в данном случае я сказал о том, что вот этот документ, он, это, самое, это как раз организация, которая создается по фашистскому типу, и это опасно, потому что она по своей структуре соответствует всем признакам фашизма. Но там же не написано, что она будет защищать людей, будет развивать социальную защиту. Послушайте, вот Михаил... Написано. Написано о том, что... то есть это плохо. Значит, понятно. Вопрос о социальной защите. Всегда мне вопрос, а на чьи деньги вы собираетесь заниматься социальной защитой? И где граница этой защиты? Да, на чьи? Значит, граница социальной защиты очень простая. Что человек должен иметь возможность жить. Как минимум, должен иметь возможность выживать. В нашей стране сейчас от 9 неофициально до 12 официально процентов населения имеет доходы ниже прожиточного минимума, нашего, отечественного, заниженного. То есть это люди, которые медленно умирают. Десятая часть страны практически. Соответственно, когда кто-то говорит, что социальная защита – это квалификационный признак фашизма, то получается, что медленное убийство избавляет любого руководителя от обвинений в фашизме. Я понимаю о том, что у вас вам сложно удерживать в голове сразу несколько критериев. А, Михаил, я вас пока не оскорблял. Но, извините, почему я вы каждый раз выдергиваете? Почему вы выдергиваете какой-то критерий и начинаете говорить, что... Стоп, давайте сейчас сказали. Пиночет не фашист, потому что уничтожил социальную систему защиты. Вот, значит, о том, что кто-то уничтожил социальную систему защиты, приписывать это, по этому признаку фашизма нельзя. Понимаете, в чем дело? Потому что, собственно говоря, даже самое, когда вы говорите о том, что... Вы говорите сейчас ровно наоборот. Вы сейчас говорите, прежде всего, о том, что ваши там заявления о том, что от 9 до 12% населения живут ниже. Это официальные данные. Одни лево до центра, другие Росстата. Да, подождите, давайте так. Прожиточный минимум, понятно о том, что это политическая конструкция, которая... Какая политическая? Жизни... Вы сдохнете без этого прожить физически. У вас есть обмен веществ. Так. Вам нужно определенное количество витаминов, жирков, белков, углеводов потреблять. А то вы сейчас расскажете, что в Освенциме у нас был курорт. Угу. То есть вы хотите сказать о том, что какая-то часть населения сейчас живет в стране на уровне Освенцима? Нет, не на уровне Освенцима. Но ниже, чем возможно для поддержания сил. Каких сил? Физиологическое выживание. Но понимаете о том, что это норма для разных групп вам населения разная? Вам слово голодать известно, нет? Так вот, давайте так. Или о том, голодать что в стране... для богатых, а голодать для бедных – это значит, разные категории. Голодать. Значит, давайте так, о том, что в стране надо отдать должное, о том, что даже там самые тяжелые там, в первой половине 90-х откровенно голодающих как социального явления не было. Опаньки. Не было. Господа, не было. Значит, господа, здесь это говорит человек из Москвы, так, тихо, юрист. Значит, это... Он не юрист. Я не юрист. А кто? Вот, собственно говоря, я занимаюсь рыночными исследованиями, я точно знаю, потому что, господа, о том, что всегда были группы, которые... Давайте так. На сегодняшний день... Можно самая признаки голодания группа. Тогда можете? Давайте я сейчас просто задам вопрос, да, так сказать, вот так. Значит, на сегодняшний день самое 10% самых бедных жителей России... живут на среднем уровне 1989 года РСФСР. То есть вы признаете о том, что половина населения вы РСФСР бредите. В 90-м году... Вы бредите, Нет, Михаил. Я не брежу. Я знаю все эти данные. Значит, вы голодали. Или их подтасовываете, или их не знаете. Я их знаю, это данные госкомстатов, что советских... И сопоставление с нынешним. А как изменилась методика счета за это время, вы, конечно же, тоже знаете. Да, я тоже знаю, потому что даже если посмотреть по структуре питания, и что подразумевалось тогда под мясом, и сейчас под мясом, я тоже все это хорошо знаю. Так вот, когда вы говорите о том, и как только вы говорите о том, что сейчас 10% населения живет ниже физиологического уровня, вы тут же должны проговаривать фразу... О том, что так жила половина населения РСФСР в 90-м году. Так Михаил, Путин это хорошо, врете. Он же Извините, всего лишь конечно, половины... Вы просто врете. Нет, не вру. Можно, пожалуйста, с фактами, господин Делягин? Я просто хочу, чтобы все наши слушатели услышали две вещи, которые здесь были сказаны. Они очень важны. Чтобы вы просто отнеслись сами по себе к ним. Значит, фраза первая. Господин Пиночет не был фашистом, потому что при нем не было социальной системы защиты. И он не заботился о том, чтобы люди хорошо жили в его стране. Это первое. Второе. Он заботился, но он сходил в других. Я думаю, что нас слушают многие люди, которые помнят 89-й год. Значит, 89-й год – это максимальный уровень жизни, массовый, достигнут в Советском Союзе. Это правда. А, значит, 10% людей, которых вы сегодня видите, побирающимися у вокзалов, лежащими на улицах в грязи. Вот я сюда шел по Павелецкой площади. Площадь Павелецкого вокзала. Я видел там шестерых людей,
в состоянии сильного истощения, скажем так. Правда, двое из них были опухшие, вероятно, от пьянства. Угу. Вот, и из этих шестерых людей, скажем так, трое, включая одного опухшего от пьянства, они были не жителями Средней Азии. Угу. Вот, вот эти 10% людей, Михаил, давайте которые у нас как тени бродят в поселках городского типа, которые у нас живут на грани выживания, они живут так же, как жили вы и ваши родители в 89-м году. А почему тут мы, я и мои родители? Да, у вас санитарная аудитория, отлично. Как жил средний человек в Советском Союзе в 89-м году? 6 тысяч из 300 тысяч где-то российских нищих, которые живут ниже вообще каких-либо норм, чего бы то ни было. Шестерых из 300 тысяч. Вот вы, увидев одного, рассказываете о том, что это 10%. Вы в этой ситуации грубо врете и манипулируете. Я пользуюсь данными, официальными данными Росстата, 12%, да. И данными Левада-центра, который фиксирует, что у нас доля людей, которым не хватает денег на еду, выросла с 7 до 9%. Да. Значит, Михаил, давайте скатаемся в Нью-Йорк, и я вам покажу таких же опухших людей, которые лежат, например, около Penn Station. Да? Да, это существует везде. Дымшиц, это не значит, что я согласен с вами. Значит, при Советском Союзе доля бомжей и нищих, и всех остальных, не превышала 5%. Ну и сейчас она еще меньше. А сейчас она выше. Нет. Извините. Нет. Дело в том, что когда выйдете за Шереметьево 2 по Ленинградке, посмотрите вокруг, как там люди живут. Даже до Шереметьево 1 не доезжайте. Значит, Михаил, теперь эти слова запрещено. Говорить в эфире вы уже третий раз плюете. Вот то, что вы пытаетесь сейчас сказать в микрофон. Да? Значит, да. Ну, я не сказал еще. Вот. Вы, нет, два раза сказали. Да, придется вас забипать. Но... Значит, ну, забипать, господи. Сама по себе... Значит, сам по себе ответ о том, что не хватает денег на еду, он... Но люди всегда врут, это понятно. Нет, люди когда не люди врут. Говорят то, люди что не говорят... нравится либералам, они нет, лгут, значит, это так, естественно. Люди, давайте так. Они должны умирать с улыбками на устах, как грачевские мальчики. Значит, факт, значит, о том, раз, что может, ответ... население растет в России. Дайте договорить, что ответ, то, что ответ, значит, о том, что не население растет, а рождаемость росла до последнего времени. С какого значит, года? Это самое, с, где-то с 6 или 7. Вот, значит... После выпуска новостей, на секунду перебью вас, да? Ну что ж, продолжим. Да. Дымшиц Михаил, значит, Делягин тоже когда Михаил, люди говорят о том, что им не хватает денег на еду, да, действительно, они действительно осознают о том, что им не хватает денег на еду. Но на сегодняшний день, собственно говоря, определенная часть из этих людей, которые так говорят, когда это 10-12%, около половины говорят о том, что им не хватает на то, что они хотели бы, но это ничего не говорит не о недостаточности. На черную икру. Не хватает, это не говорит о том, что у них реально недостаточное питание. Если вы на самом деле спросите этих же людей их рост и вес, посчитаете эти коэффициенты, то увидите, роста? Что... Череп померить не надо? Нет, не надо, потому что вы увидите о том, что этих людей действительно очень плохая структура питания у 10% российского населения, самого бедного. У них действительно огромное количество углеводов, огромное количество картошки, хлеба, у них мало овощей, фруктов. У них действительно плохая, очень плохая, нездоровая структура питания. Но говорить о том, что это дефицитная структура питания, нельзя. Структура питания – это другое. Да. Значит, насчет роста, очень важная вещь насчет роста. Действительно, рост человека очень сильно связан с тем, насколько качественно он питается. Я, видимо, плохо питался. Если, в среднем я имею в виду, а не отдельные выдающиеся представители. Так вот. Если люди начинают есть лучше, если люди начинают есть лучше, то они становятся больше, в том числе по росту. Угу. Так вот, я и знаю две страны, в которых за 90-е и 2000-е годы произошло существенное снижение роста призывников, которые приходят в армию. Это Северная Корея и Российская Федерация. Правда, в Северной Корее процесс идет с 50-х годов, потому что северные корейцы до войны и во время войны корейской были выше южнокорейцев, южных, а сейчас они существенно ниже. Вот у нас снижение среднего роста призывников – это факт, который как бы зафиксирован и подтвержден. Ну, не на полметра, разумеется. Не, ну просто это интересно. Ну, в этом, там, по-моему, 3,5 или 4 сантиметра в среднем. Ну, не знаю, там, допустим, последние нормы по детству пересмотрены на повышение. Это последняя мера чего? Значит, ну, просто я представляю, это, что это делается. Это то, что форма Юдашкина? Нет, не форма Юдашкина, не надо. С каблуками же надо нет, считать. Нет, здесь это сомнение. Здесь есть множество вещей, значит, о том, что действительно... Михаил, можно вопрос? Да. Я немножко вас остужу. А я правильно понимаю, что вы сейчас спели о Санну Путину?
Как хорошо при Путине развивалась экономика. Конечно. Голодающих стало меньше. Нет, при Ельцине голодающих стало меньше. Голодающих явно меньше, чем при Ельцине. 91-го. Если сейчас меньше, чем при советской власти, значит, при Ельцине было еще меньше. Делягин, дайте ответить. С 91 по 94 год структура питания россиян ухудшалась. Безусловно. С 94 года она стала расти. К 2001 году структура питания, она, ну, по всяким формальным критериям, как калорийность, там, вот таким вещам неинтересным, ну, по большому счету, очень важным, но мало говорящим о достатке, она достигла уровня 89 года. Где-то с 2001-2002 года в стране стала принципиально лучше структура питания, и при этом, хотя, допустим, у некоторых групп там известно о том, что калорийность питания 20 самых высокодоходных групп россиян, она ниже, чем следующих за ними, да, потому что у них структура другая, они там более, у них более здоровое питание, у них меньше углеводов, у них меньше жиров, да, то есть у них больше белков и овощей и фруктов, которые дают ощущение нажористости, но не выходят в жир. Вот. То есть все эти процессы с питанием, они достаточно разнообразны там, и все остальное. И, соответственно, да, действительно, у нас там призывники, как раз, собственно говоря, то, что вы говорите, что призывники последних лет, они меньше своих предшественников, да, так сказать, потому что они как раз попадали на рождение, когда было все гораздо хуже. Вот. Но говорить, но на сегодняшний день дети, они, ну, не хуже советских по росту, да, так сказать, и в общем-то говорить. А можно мы вернемся к программе Народного фронта? Да. Господин Делягин, оцените ее все-таки, пожалуйста. Видите ли вы в ней что-нибудь разумное? Нет, разумное... Манифест, да, вот все, практически все, что не нравится уважаемому коллеге, с моей точки зрения, является вполне разумным. Здоровая нация. Согласен. Это разумно. Разумно. Да, лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным. Да? Солидарное общество. Но не хочу я, чтобы в моем обществе были изгои. Я хочу быть братом, гражданам, людям, которые живут вместе со мной в моем обществе. Я не хочу, чтобы были изгои, не хочу, чтобы я считал людей врагами по каким-то формальным признакам, кроме личной подлости. Угу. Да? Я хочу социального благосостояния. Я не согласен с тем, что Пиночет не фашист просто потому, что при нем не было социальной защиты. Мне это кажется неправильным. Михаил, ну, насколько я понимаю, вы, в общем, ну, человек по российским меркам, ну, зарабатывающий хорошо. Я экономист. Да, вы экономист. Вот. Он не человек, он экономист. Да. Вот скажите, пожалуйста, а какую часть ваших доходов вы готовы отдавать на солидарность? Вы знаете, десятину. Нет. Я могу сказать очень четко и очень просто. Если солидарность приведет к тому, что у меня будет, как при советской власти, безопасность на улицах, что мои дети смогут через 3 квартала, как я, ходить, или через 3 остановки, как многие в моем классе, на троллейбусе, регулярно ходящем троллейбусе, ездить в школу, и я не буду дрожать, что их убьют, похитить и все остальное. Если я буду иметь качественное бесплатное образование, которое я имел, качественное бесплатное обучение, которое я имел, почти бесплатное ЖКХ. И, кстати, низкие налоги, как при советской власти. Качественное ЖКХ. Это были и, кстати, низкие доходы. Более низкие налоги, чем сейчас. Я готов отдавать 50% того, что я зарабатываю относительно, сейчас. Не задумываясь. Просто потому... что на обеспечение всех этих вещей я сегодня трачу значительно больше, чем 50% своих доходов. И вот тут, господин Дымшиц, я с господином Делягиным абсолютно согласен. Мы готовы с ним отдавать 50%. Если этот вопрос... Ну, вот... это грубо, нет, да? Но, может быть, придется отдавать больше. Теперь, на оборону, вот, например. Грубо. Вот начинается. Но вы грубо. Понимаете... Я был в армии. Я вернулся оттуда живым и здоровым. Я тоже был в армии, да. Если бы в моем полку сумасшедших майоров, в которую людей ссылали тех, кого, так сказать, было жалко по каким-то причинам отправлять в дисбат, кто-нибудь выложил бы из солдат какой-нибудь слой, уж не говорю, так сказать, Кавказ и так далее, то весь офицерский состав был бы не просто уволен с позором, под суд бы пошел. Это за что я не понял, не ловил? Ну, когда из солдат выкладывают слово «Кавказ»,
когда фотографируют их с буквами Дагестан. Михаил Геннадьевич, а вы хотите сказать, что в наше с вами время в армии не было дедовщины? Была чудовищная дедовщина. Ну, и что-то особо никто... Были этнические группы, но все это было на два порядка ниже, чем сейчас. Неправда. Абсолютная неправда. Вот неправда. Я служил, более того, я так служил, я видел всех этих ребят, которые проходили через это, да? И о том, что какими инвалидами делала дедовщина. Говорить о том, что сейчас какими хуже. Какими инвалидами делала дедовщина, я знаю тоже. И сколько ее было тоже. Понимаете, сколько ее было. Да, так но я учтите, насколько тогда была людей, армия больше нынешней. У нас времени очень и мало сейчас осталось. Вы опять, увидев шестерых человек, рассказываете за всех статистику. Российских нищих. Я знаю статистику. Кстати, насчет статистики. Качество советской статистики по уровню жизни было на два порядка выше качества российской статистики. Потому что в гетто к бедным людям никто не зайдет побоится. А в гетто к богатым по той же причине не пустят. Так, Михаил, давайте все-таки продолжим по программе «Народного фронта». Итак, все вот это вам... Это хорошие слова, да, которые, естественно, которые не значат реализ... ничего, потому что с 87-го года, не говоря уже о 2000-м, мы все это, или почти все это, слышали много раз. Есть изменения. В 95-м году, когда я употребил в официальной бумажке слова «национальные интересы России», я чуть не вылетел с работы. Потому что национальные интересы – это фашизм, как мне объяснили без тени сомнения, в администрации президента. И никаких национальных интересов у России быть не может, потому что есть интересы всего мирового сообщества. Это, слава тебе, Господи, ушло. Но в остальном – прекрасная маркиза. Вы рассказываете нам сказки, можно считать 26 лет, можно считать 13 лет, можно считать 4 года, как хотите. Но пока что-нибудь конкретное не начнет делаться, это классно рассказывать про здоровую нацию в ситуации уничтожения здравоохранения. Это шикарно рассказывать про солидарное общество в обществе, в котором насаждается разжигание межнациональной розни. Причем не какими-то там подзаборными гопниками, а практически на государственном уровне. Потому что когда вы заводите толпы мигрантов, с одной стороны, а с другой стороны превращаете лозунг «закон един для всех» в экстремистский лозунг, вы разжигаете межнациональную рознь. Я просто, к сожалению, вынужден констатировать, что вот на самом деле все, что мы здесь сказали, оно никакого отношения к Народному фронту не имеет, потому что эти люди не смогут не то что реализовать те благие идеи, которым вот мы, например, с господином Делягиным разделяем, да, заложенные в этой программе, они и фашизм сделать не могут, да? Это хорошо. Дело в том, что, ссылаясь на это, другие смогут. Господа, вы поймите, о том, что этот документ... Вот понятно о том, что там эти несколько сотен, которых непонятно, как собравшихся... Это ничего не значащий документ. Точно так же, как я вынужден согласиться, бюджетное послание и прочие экономические. Но... Понимаете, когда мне президент моей страны... Вы не страны... дотянете людей, у которых есть право на насилие в государстве. Понимаете, в чем дело? У кого? И... У Юргенса? Нет, при чем здесь Юргенс? Я в данном случае... Еще раз. Я не боюсь вот этого фронта, да, так сказать. Но вы боитесь того, что последует? О том, что последует, о том, что ссылаясь на это, вы поймите, о том, что подобные вещи, понятно, о том, что там несколько сотен гоблинов собраны понятным критерием, которые почему-то заявляют о том, что они представители разных групп российского общества. А я вот, например, поддерживаю программу «Народного фронта», я тоже гоблин. То есть, я хотел бы получить ответ на этот вопрос. Вот мы с Михаилом разделяем пункты этой программы. Я практически дипломированный фашизм. Вы вместе с нами только что спели осанну режиму Путина. Значит, давайте так. Значит, мы кто? Давайте так. Господа, еще раз. Я вам уже говорил сегодня, что на уровне ценностей, которые вы разделяете в этой программе, вообще-то на уровне ценностей мало какая политическая сила друг от друга отличается. А что не нравится? Вопрос о том, как вот эти ценности собираются достигаться. Да их не собираются достигаться вообще никак, вы же видите это всех. В данном случае это, значит, подождите, они, по крайней мере, их постулируют, и меня напрягает в этом смысле. Именно не запрещаете забота о здоровье мыслить? Граждан. Нет. Их постулируют? Терминология, это стилистика. Да, так сказать, и то, те базовые основания уже чисто идеологические, которые лежат в основе этого документа. А вам вообще, вам Лени Рифеншталь тоже не нравится, да? То есть мускулистые люди, шагающие по площади с таким физкультурником. Мускулистый человек – это фашизм. Да. Но. Вот тогда я антифашист. Вот тогда мы... Спасибо. Пришли к выводу. Это индульгенция. Все, я понял. Мускулисты равно фашизм. Да. Почему? Я не понял, как это... Нет, склонный к социальной защите ближнего. Да, я не мускулист, а склонный к социальной защите ближнего. На этом передача подошла к концу. Продолжим. Михаил Дымшиц, генеральный директор Дымшиц и партнеры. Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации. Я Игорь Виттель.